На календаре уже середина июня. Однако жители Казани негодуют. Начало купального сезона по срокам сдвигается уже на 2 недели. Пляжи города готовы для отдыхающих, но водоемы продолжают быть холодными. Для того, чтобы температура воды поднялась, необходимо, чтобы столбик термометра по ночам не опускался ниже определенного значения. Температура в реках должна прогреться до 20 градусов, и тогда уже все может быть хорошо, себя чувствует комфортно. Вот. А у нас пока нет, у нас пока в районе Казани Волга прогрелась до 14 градусов, то есть еще маловато, надо еще подождать. Тенденция 30 лет показывает, что все время идет повышение температуры, а вот показатели осадков ухудшаются. Напомним, что в прошлом году в Татарстане наблюдались скачки температуры, но средние показатели для нынешнего периода были выше. По климатическим меркам, по климату, среднесуточная температура должна быть плюс 19 градусов. А в начале июня температура среднесуточная, она отставала от своей климатической нормы и намного. Почему? Потому что на нас сильно влияла Арктика. Были арктические вторжения, и поэтому у нас было холодно. В ближайшие дни Казань будет находиться под влиянием антициклона. И уже скоро ожидается плюс 27. Начиная с четверга, через нас будет проходить холодный атмосферный фронт. Он понизит среднесуточную температуру на 2-3 градуса. В выходные дневная температура будет достигать 21 градуса, что является ниже климатической нормы. Наталья Жирнова, Александр Кузнецов, Универньюз.